настоящее мистическое чудо. Это магия самых глубоких атлантических вод. Только посмотрите, как переливаются на свету кусочки янтаря пронзительно-голубого синего оттенка, закрепленные в позолоченной оправе. Это удивительное украшение, которое сделает ваш образ запоминающимся, притягательным и роскошным. Ну и, конечно, такие серьги, а особенно вместе с кольцом, вся коллекция говорит о вашем высоком статусе. Арин, смотреть на это можно просто бесконечно. Согласна полностью, это хит продаж телеканала Shopping Show. Сегодня снижение на 500 рублей цена. Внимание, 2019 года. Это выбор постоянных покупателей. Эксклюзивный синий янтарь в форме сердца. Очень сложная, кропотливая работа мастера-ювелира. Это природный синий янтарь. Синий янтарь – одна из самых редких разновидностей этого камня. Он ценится не только за свою редкость, но и за красивый внешний вид. Мы получаем украшение богатое, шикарное. Из этой же коллекции обязательно забирайте и кольцо сияния космоса. Мы получаем украшение из серебра 925-й пробы, это высшая проба серебра, покрытая золотом 585-й пробы. Вот он, паспорт качества. Серебро, позолота, масса нашего кольца и вставка синий янтарь. Мы получаем серьги с подвесным элементом, а значит, вы всегда будете выглядеть невероятно романтично. Наша длина 36 миллиметров, посмотрите, ну, около где-то 35, да. Подвесной элемент будет сиять и играть, и заигрывать. Классический английский замок. На оборотной стороне швензы, клеймо и пробы завода-изготовителя. И это бренд «Янтарная волна». Мы получаем украшение брендовое. Мы получаем с вами великолепную посадку наших сережек, а значит, пухлые мочки уха, низкий прокол или прокол, который уже растянут, будет всегда смотреться потрясающе. Кольцо из этой же коллекции. Звоните, заказывайте. Ручная полировка. И каждое украшение приходит с паспортом, опломбированным и со скидкой. Только сегодня 64%. И это в рамках тотальной ликвидации. Сегодня на телеканале Shopping Show вам повезло. Повезло абсолютно. Причем, ты знаешь, только в этом часе это стало главным товаром дня. Серьги сияния космоса. Поэтому больше не повторится такая коллекция, а забирают наши телезрители коллекцию целиком. 1499 рублей за серьги и 999 рублей за кольцо. Когда я была в Калининграде, я посетила экскурсию, я вообще, ну я и так к янтарю отношусь трепетно, потому что особая многовековая история. А к редким цветам и оттенкам янтаря, которые создает сама природа, тем более синий янтарь, как сложна его добыча. И что мне нравится, что янтарь, независимо от цветового оттенка, имеет самую главную энергетику – тепла, солнца и забота о здоровье. Кстати, я недавно прочитала, что в прежние времена даже в колыбель к детям обязательно складывали кусочки янтаря, чтобы все было благополучно в жизни. Да, кстати, у вас будет сильный иммунитет, щитовидная железа будет работать исправно. И это единственный минерал или камень, как его можно назвать, который признан официально медициной. Синий янтарь – одна из самых редких разновидностей этого камня. Синий янтарь ценится не только за свою редкость, но и за свой внешний красивый вид. Это особенная разновидность камня из этой группы, которая отличается еще и своей чистотой, прозрачностью и большим количеством ископаемых включений, инклюз внутри. Посмотрите, стоимость 1 грамма голубого карибского янтаря, а именно там он добывается, выше 10 тысяч рублей. Самая большая добыча также происходит еще в Доминиканской республике, и цена тоже варьируется от 10 тысяч рублей. Посмотрите, мы сейчас будем, вот я сейчас включаю специальный фонарик. Сейчас, секунду. Специальный фонарик с ультрафиолетовым светом. И мы видим с вами, когда мы направляем этот фонарик на наш синий янтарь, мы видим особенное свечение, внутри инклюзы. Слушайте, горят. Так проверяют даже профессионалы натуральность янтаря. Это действительно завораживает. Смотри, правда? Это как океанская глубина. Там вот эти инклюзы, они будто рыбки какие-то волшебные. Представляете? Вы носите на своих ушах настоящую галактику. Вы достойны этого предложения. Но самое главное, раньше цена
цена была более 4000 за эти украшения. Сегодня вы попали в тотальную ликвидацию. Это один уникальный час янтаря, один уникальный шанс, потому что главный товар дня у нас каждый час эфирный отличается от другого. Это янтарь. Ну вот вы знаете, я всегда рассказываю про Калининград, про то, что мне многие просили, друзья или родственники, говорят: Аня, ну привези что-нибудь оригинальное, что-нибудь интересное. Конечно, там много янтаря. Мало того, что там синего почти не встретить, они все в скучной форме, понимаешь? Вот этот вот тот самый янтарь, ну так скажем, другого поколения. А здесь мы получаем интересный дизайн. Интересный, современный, яркий, модный, в форме сердца. И посмотрите, вся коллекция будет стоить менее 3000 рублей. Успейте дозвониться прямо сейчас и заказать для себя. Слушай, ну это же еще такая доступная цена. Да, а вот серебро в золочении — это выгодная альтернатива золотым украшениям. Вы не переплачиваете, а смотрится так же. Ну, если бы, конечно, это было золото, сколько бы было? Смотри, 6 грамм у нас, да? Получается средний вес. Если около 7000 рублей мы отдаем с вами за 1 грамм, то 35. А если вспомнить, что вот тот самый, да, доминиканский синий янтарь, который 10000 стоит за 1 грамм, вы сегодня получаете наш Балтийский янтарь, который такую положительную энергетику с самого дна Балтийского моря. Вот это волшебство. Кстати, ты знаешь, опять же вспоминаю про то, когда мы были в этих магазинчиках всех, именно иностранцы бегут первые. Конечно, за янтарем. Так поэтому там и цены такие. Ты говорила, там за маленькую булавочку, за маленькую брошь будет 3000 рублей цена. Вишенка, друзья, у нас менее 3 за целую коллекцию. Таких цен не найдете нигде. Рекомендую. Синий янтарь эффектный. Я яркий, крупный, смотрится как золото. Внутри золотые инклюзы. Это природные инклюзы, которыми янтарь отмечает сама природа. Тем более, это здесь стерлинговое серебро, 925-й пробы, это высшая проба серебра, плюс все покрыто золотом, 585-й пробы. Ну и, конечно, янтарь – это польза для вашего здоровья. Женщины часто его используют от морщин и проблем с кожей лица. Он приносит удачу и, конечно, наладит функцию щитовидной железы. Он своим теплом делится, и как только нагревается от человеческого тела, да, это могут быть серьги, кольцо или ваши любимые бусы, сразу начинает выделять янтарную кислоту, которая продается в аптеках, мы знаем. Это брендовое украшение от бренда «Янтарная волна», где мы с вами видим синий янтарь. Каждое украшение приходит опломбированным на каждом клейму и пломбы завода-изготовителя. Слушай, звоните. Они еще и легкие. То есть это не тяжелое украшение, это ваша новая жизнь. Вступите в это лето яркими красками и хорошим настроением и здоровьем.